и расслабься. Сколько расслабься ты простоял? 6. ШП. Без разницы, Саша. Похуй, понял. Ты там, если что, начислил ГП мне два раза, вместо того, чтобы дать пеке второй раз ГП. Все нормально. Да, Паша, он только не проебывается. Не-не-не, я здесь. Грипни костера, пожалуйста. Полетел на вара. Кукичи кусайте первым. Я, кстати, тоже лагаю. Магазин недоступен. Шарь, выбейте, кто там из вас в ДД постоит. Я вам варом в танке постою. Шо? А, ну... Тревога есть. Блять, ну я честно не понимаю, почему ШП приравнивают к Мару. Саш, потому что похуй, любой РДД. Я понял, то есть диспана на нахуй. ШП, афлик, поебать. У тебя должна быть реакция, чтобы уйти, блядь, с этого говна. Я понял, понял. Ранжи там хватает. То, что хилы наныли, блядь, это тоже как бы можно было послать куда подальше. Банка. Чё, чё? Мы с Войдом, наверное, простым же, да? А. Угу. Понимаешь, Саня, всё просто. Если так смотреть, можно было бы не на пельмени не начислять, потому что типа и так убиваем ДПС. Нет, пельмени это, блядь, это... Пельмени это минус ДПС. Это, блядь, почти ваншот. А, ну если считать как минус ДПС, то у меня есть две клыбы. А если... А считать ШП, блядь, который... Простоял в луже самоотхилом и нажал дисперсию, ну я хуй знаю. А почему если у меня кровь на диске не скалируется с хст, мне интересно ДПС, к примеру. Я же когда путал, мне плохо. Как не потерял ДПС? Дерево, ты тут? Я стоп, ты. Лёва. Войда на пол. А у Кек
Очень сложно бежать всем брать, да? Что за хуйня? Там не могут. Что за... Мы в куче стоим, почему не слито? Потому что в одну текстуру, блять. Потому что кто-то снизу, наверное, где? А, бэдлол. Нет так-то. Бэдлола нет. Короче, Куки упал за бэдлола. Так поняли. Получается так. Ну, бэдлол так тут далековато. Только на нем не было пакта. Бэдлол умер от пакта. Очень интересно. Ну, он сбежал, не упал. Я еле чуть не сдох тоже. Я тоже чуть не помню. Даже он моментальный тип, по-моему, на 20. Охуенная лужа с центра просто. Начинаем представление. Надо подождать. Это заклинание еще не доказано. Вам такое. Их нажми, успеем даже легкий убить. Сейчас вара нажму. Алис, нажми, да. Ты можешь подойти к Алисе и нажать на ней гер. Найти, где у нее гер, и нажать на ней. Помоги, на меня давят. Совух ща дам тебе. Если... ты что наделал? Сори, бич. Я смотрю такой чуцовку. Дам полик. Нет, давай стопнем, я еще КП накинул за выпуск с ним перед нами. Ну ладно. За что? Сука. Луж? Я сказал заранее, что я... Паша, закинь обычный токен. Как они умерли в начале? ПДО был, не знаю где. Ну типа пак там надамажило что? Там, да. Там же чем дольше не сбегаешься, тем больше дамажит. Не, ну мы сбежались там. ПДО был далеко. Вот бля, Космо, ты в прошлом рейде не ролил багруху, нахуй ты ее сейчас ролил? Тебе на мейн теперь. Вообще им как бы обоим типа как только одному на второй спек, да, другому на первый, другому на третий, другому на первый. А нет, тут ЧП. Если считать, что ты ее ролишь на ДЦ, то это второй спек. С учетом того, что ДЦ ты на него третий спек. Выбирай. Ничего не понял. Не думай, думать вредно. Где-то в каком-то пальце третий. Тим, полик, вы тут? Да оставайся, хер с тобой, оставайся. Хочешь пульнуть, да кинь. Ура!
Мы помолимся за тебя. Вот сука. Олег, ты вукаешься? Что-то херня ничем не сбивается. Ну, такая херня. Че упало с этого покемона? Багрова. Опять? Ага, снова. Ты чуть Паша этот, ну, отошел ненадолго, ты чуть пятерым людям ГП не навесился. Ну вот как так. На тебе снизу нитки кинут. Мы чуть в пакте все не сдохли там. Ну ко мне курьер пришел, я предупреждал то, что нужно найти. Но зато я теперь с новой мышкой. Курьер в 9 часов вечера. Ночной курьер за 9. А ёбнешь по мышке бутылка шампанского? На удачу. Ты че ёбнулся? Сейчас прибудет её подкрепление. Это ж не корабль, блядь. Так. Правильно, это мышка. Сам привёл мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы. Корабль уйдёт, а мышка останется. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Нет, Алис, это обычно хапа улетает. Не дайте. Какой феерический финал! Рыба стоит. Банк опять кидаешь. В плане. Опять потеть. Чего? Опять потеть. Ну да.
Мурлок, проснись. Ответственная задача. Слушай, банка в гибриде убьет? Да, бесполезный лоб, опять их окажет. Марин, поставь, пожалуйста, доспех на отхил и подойди в подвалику. Очнулся. Где доспех? Жерлок. Доспех. Доспех и подвалик усыпать. И можешь подавить или аннигилировать, я разрешаю. Поки, ретрика на лечение будет. Намек? Да, там покупалка висит на флору. На флору и на фалик. Что ты так сказал? Я подумал, что Андерс уходит, и нужно зайти на ретрику Коки. Нет, просто я помню, что Кокич хотел глору на ретрику. Сегодня день роли. Кони ролится или дарится? Сегодня дарится. Ну я его опять на ролл кину, потому что он выпускал, он остался. Это тонкий намек от банки, что у кого нет. Ну да, я жду, когда будет ролл, чтобы я варим пароль. Ты про того коня, которого ты бревну загнал? Нет, я загонял с Джайн, а он потом загнал мне. Да, он мне морфу продал, а... Я потом ему вернул. Коня нет. Коня цыгане спиздили. Коня, кстати, я второй получал по всей гильдии. Ты предпоследний. А кто первый? Мне казалось, что Монки, что он его сразу... Кто-то из хилов. Первого коня не помню кто. По-моему, кто-то из шамов. Эх вы, блядь. Да, а, нет. Точно! Да, точно! На твина. Санёк был первым цыганом, угнавшим лошадь. Просто угнал. В прямом смысле. Не, пипстер там тоже где-то. Пипстер у меня угнал. О, второй. Пипстер, безбожно, мою лошадь отжал, я помню. Наверное, с фразой тут нет ничего, тут капитализм чи социализм. Не. Бля, классно будет Феникс после Вальки открыть еще. Это прям топовая тема. Че? Да. Знаешь, за что можно наебенить? За после... взрыв хуйни, на которой взрывается, да, и за черную лужу под ногами, из которой можно, блять, безногим инвалидом выйти. Бля, скажу тебе честно, хуй от взрыва убежит. Даже котом, блять, даже заранее. Так сбить можно? Нельзя. Он не сбивает.
сбивается. Ну да, 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 да. Войд, давай сбивай. Ну, я сейчас буду сбивать. Он не сбивается станом. Сало, если повесить, то не будет. Салом, да. Станом не. Ни в каст, ни за рамки. Вот, вот смотри, вот, 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 вот справа, вот, да, вот, да, да, да. Пацан, вот я готовлю. Ждем, 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 ждем. Стан. А, ну, видишь, Валька это сам. Но я могу поспорить с тобой на 100. Мне как раз денег мало. У тебя нет 100к, смирись. У меня есть 80. На... Я ему одолжу, не волнуйся. Мы попилим. Да, мы попилим. Хуевшее дерево. Ты сначала заработай сотку. Вернись там с поездки, а потом поговорим. Колечко, колечко, колечко. Че, у тебя его еще нет, что ли? Я всем подряд уступал. Но же одну доносится. Угу. Я его пихал, уступал, 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 уступал. Потом бац, оно оказалось нужно его не. Навар тоже забрал его. Так, пока тут ивент, я себе новую мышку подключу. Сколько ивент идет? Эх, ты не успеешь покурить, поссать и так далее. Я до магаза сбегать. Или после лича будет перерыв? Я так думаю, что после лича, наверное. Хотя, ладно, пиздруй, только быстро, Тоха. Бежал. Максимально быстро. 5 минут где-то ивент идет, 7 с драконами. Паш, сколько на Синдре и Милике должны набирать стаков? Ну то есть ты сдохнешь от стаков, отбегая в очередной раз, отмазываешь, что у тебя не прохилили, это будет ГП. Не, ну типа, чтобы не напрягать лол там, сколько надо. Ну вот я тебе сказал. Если 6 хилов, например, то можно, если никто из них освобожден, не получил 6 стаков набрать. 6 хилов? Если 5, то лучше 4. Если 3-4 хила освобожденка, лучше вообще не набирать. 1-2. Тогда хилам нормально будет. Бля, я так надеялся, что у меня на этой неделе еще спишется. Ах, тебя на неделе больше списывается. Жирло отожмет спину, сюка. Дайте печеньку, никто не пострадает. Еще не конец рейда, па. Нет, Космо, я не буду отменять ни себе, ни кому-то еще. Какой задел? Я предупреждал, что я буду накидывать. Дальше предупреждал. Она по деталису потом будет сидеть и хуйней заниматься. Ей время девать нет, да? Тут нету РЛ с банкой и прочих героев. Герой играет. Она на БГ с гильдейцев ебашит. Ретрипы нерфили 25, нет? Да?
Ну как, чем? Вот раз. Я спал. Где то приятель, я не понял. Не знаю, Тим, я посмотрю, сколько у меня там моих лежит воронок. Если 5 штук наберется моих личных. Что продам? Статиковые продавать не буду, они лежат на дело. Возьми тут ретрика зарей. У меня там есть топ-сова и топ-макрос. Вон ты, урод бунтует. Я бунтую. Бунт. Дай уже ему привить себя. Или чем? На Джей. Надо же ему полутать КП. Таларан под надежной защитой. А, слышал? Видишь чат? Два фростмага тоже скоро будут охранять Таларан. Тут. Быстро. Топ фростмага. Конечно. Весь поэтому топ. Поэтому и охранять Таларан, потому что топ. Ивент закончили, нет? Нет еще. Ты что, магазин возле подъезда? Нет, бегаю быстро. Пивом, что ли? Он, наверное, как этот. Он, наверное, как этот вот. Видюхи, алкаш с 9 этажа падает, покупает и обратно поднимает. Хуё, что у меня первый. К тебе ближе падать. Так, нужно будет присоединить макрос, и нужно будет присоединить туловище. За таликом. Отправь меня на защиту товара. Где? Я вон этих пацанов синих с глыбой вышли. Вон из них. Или Саню вышли. Хотя подожди, им же можно накинуть ДПК. Надо остановить. Будем ставить рекорд, сколько за один инст можно полетать ДП. Ой. Толик, я тебя огорчу пиха вэлями. Это неожиданность для тебя, конечно, спустя 3 квартала, но все же. Чего ты сейчас сказал? Да Полик, это пельмень, короче, как Дуб говорит. Он говорит, пойду чай сделаю, пиха похилит. За его любые капризы. Смотрите сами, перекур либо перед чайной, либо могу сейчас поставить, но потом лич и прямо перекур. Потом, я уже сбегал. Консервач. Че опнут? Комп работал, дикая лага. Ну, живой? Нормально? Пустил. Скорее всего. Чуть-чуть. Слишком далеко. Надо там на бой использовать
Туртати там на профи тоже висели. Походу. Сегодня не разлогинился. Ну, жалко, да. Посмотреть, кому ГП открыли, это было интересно. Когда на профи висели. Сказать, что Нелика тоже не прессовала особо. Стримит? А? И стримит там? Вот. Да батл, наверное. Если он там построит. Сейчас еще потом, после инста какой-нибудь рандомного босса открою, так, на проверочку чисто припотов. Будет нормальная тема. Кокич уже, наверное, грустит. Не, у меня есть вопрос. Я буду набирать 5 стаков и все. У тебя ни на одном боссе, блядь, ни припота, ни пота, ни хуя, блядь. 5 стаков он набирать будет. Вообще-то сейчас здесь 2 пота я пил. Где, на вальке? Не. На каких-то боссах, по-моему. Наверное, на орке. Я думаю, там самое важное. Я забавился. Прилетает ты у него. Так у нас сейчас прикурили или позже? Позже. Пошел сафир его. Ты на Синдре АФК типа? А, Макли, слушай, Симон. Я только сейчас заметил, что с нами Джон. Угу. Я шарил, дал. Макрос угрейт. Шкаф. Да. Прыгнул Галаран, ставьте пост. Так он летел во врата на смерть. М? Нет, второй Саня, который расслабься. Пашка потом кляну. Присамонить нужно макроса, присамонить нужно покупателя. Покупателя не присамонили, шкаф где? Хули мы ставим просто так. Ну ладно, давай. Живились. А тут нужен кому-то ТБЛ? Его продают вроде. У нас еще Марина АФК ждала ранее, это норм?
Очень игон. Малинку не сумали? Что стоит еще? Ну она фыка. Кого? Марину. А, она же зашла, да, она же говорила, что ее дойти нужно будет. Кого сумали? Ой, давай тогда Алиру присумоним. Плюс хан, плюс хан. Поехали. Вот у меня на путь пошел, я на всякий случай тоже тут. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордхолла! Банк, я все нас понял. Только хотел попросить тебя беса починить. Спасибо, хорош, что починил. Я же сказал, Паш, еще не вечер. Только иду и чиню бес. Как, почему? Ну да, мертвый бес не багает. Поднимать? Да, поднимай. А, сразу понял. Тебя лапку ему накинул? Угу. Поднимает. Ну,
Максим, поднимай. Метка. Стаки, не стака. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая магия теперь бессильна. Макрос. Ну просто притянуло. Не разбивайте, дайте скинуть, пожалуйста. Все, спасибо. Все. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая магия теперь бессильна. Короче, я снимаю нахуй вам какой-то проф. Понимаем. Почему? Сейчас умер, могу объяснить. Ну, ничего. Логично. Не, надо накидывать всем, сейчас кто умер. Что это? Да, ты что, блядь, вот разбил глыбу? Я аж сразу. Я не про это. Свободно. У нас весело получается, я вас пропизживаю, блядь. Это все не пропизживает. Нахуй надо. Ты не забывай, что Тася потом скидывает МКП на следующий день, когда они наносят. О! Голос из дупла. Да. Здорово, Дим. Здорово, ребят. Ты готов дупло умирать? Да? ГП меня ждет. Димка, у тебя вчера там нос не чесался, мы тебя так и обсуждали. Да нет. И сегодня. Шватал не был. Панкер, стыдно. Да, мне что-то стало, что я так жестко над тобой ровью. Вы вчера порофлили, блядь, что я запутался, кого бить надо, понимаешь? Пошел и подвиг рездос. Осколок есть? Да, да. Знаешь, Паша, на самом деле тут есть система ЕПГП у нас не работает так, как должна, но это уже тема для другого разговора. Дим, Дим. Революцию, но потом. Да, да, мы с тобой можем. Ебать, что это? Вертолёты. Это космос включился, наверное, или кто? Да, там Серега. Космомутни. Теренаска или прилив кому-нибудь нужен? Да, нет, плюс, минус. Покемон. Так, тебе нет, шаманы да, мечи таскают? Они дробяхи только, мечи нет. Я заклятый. Туда... Да, там Теренаска. Фу, блядь. Ну тогда я прилив могу забрать, сейчас зайду. А, понял.
А, да это ради бога назад. Так, давай я вам перекур поставлю 5 минут. А, чего? Разберусь все ПГП. Давай уже после лечь. Все, пиздруйте курить. Мы без тебя можем убить. Пиха, я не хочу еще на лече сдохнуть из-за того, что я Стасия переписываю, блядь, мне синдры хватает. У нее как обычно начинается, блядь. А и говоришь про одно, блядь, она включает бабу и, блядь, переключается на другую тему. Да, блядь, да, даешь, да, революцию. Да, да. Перемен требуют наши сердца. Да, Саня? Перемен требуют наши глаза. Что, мне на лича заходить или на куда мне? Что мне? Ну это сейчас я тебя. Я под целка просто тусуюсь. Солира тебя махнул. Все плохо чувствуется. Все, короче, перепур стоит, я пошел разбираться. Димка, Димка. Я ж собрал 4 куска на вас. Хорош. И у меня к тебе пара вопросов. Ты успеваешь? Настакать новый прок, пока висит еще один прок. Нет. В смысле, подожди. Я тыкал манекен, у меня была первая мысль. Секундочку. Мурлок, возьми в пать Пашиного пала. Мурлок. Мурлок. Смотри, да. Дим, первая мысль была, раз, когда ты разряжаешься мощным, у тебя усилен смертельный. И типа, вроде бы как хочется потыкать его, да? Но, если ты используешь стандартную ротацию и разряжаешься максимально вихрями, с символом на вихрь, у тебя в момент спада твоего бонуса Т5, у тебя новый прок Т5, и ты снова разряжаешься, и снова, блядь, усиление физурона на бесконечный цикл. Нет, ты не сможешь за 10 секунд настакать. В смысле? Я смог. Как ты смог, когда у вихря КД 4 секунды, алло? Думаю, и тебе надо 5 настакать. Хорошо, ты 4 стака настакиваешь, оно спадает, ты тыкаешь как раз 5 стак, и у тебя новый прок. Ладно, так перефразирую. Ты именно про какой именно прок говоришь? Про 10 или сколько там процентов физурона, или который висит этот на мощный? Который висит на мощный. А, такой я знаю, он постоянно, ты вот оно как впадает и сразу же бьешь этим. Там буквально 2 секунды не хватает, чтобы впрок ударить. Я, кстати, забыл, да, вбить еще в ТМВ. Это ж, получается, висит на цели эффект Т5 от мощного удара. Да, 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 я думал, ты про него говоришь. Да, я забыл его отслеживать. Так я думаю, блядь, как ты за 10 секунд стакаешь 5 этих, я думаю, нихуя себе ты, блядь, монстр. Но, кстати, по ДПСу лучше разряжаться в мощное. Хотя там, в принципе, стандартная ротация дальше идет, и похуй. Ну да, да. В смысле разряжаться в мощное? Ну, не в мощный, а в этот, ну, в смертельный. Mortal. Да. Потому что первый Mortal идет чуть вроде, ну, вровень с вихрем, а следующий там вообще космические цифры идут. Ай, тихо, в пизду, короче. Да посиди, подожди, чё. Они же перекурывают. Продают прилив. А. Буду драться. Давай, где там твоя стойка, ёба?
А где ты? Ага, вижу. А, ясно. Пришло дупло. Так, Крис, мы дойдем. Стой здесь, не, нихуя. Тихо, пошли, пошли. Хуета. Достойный противник. А, я вот этого господина не заметил. Блять, не показал, что он с двумя. Кстати, на Max камера дистанс вообще. Короче, после рейда спешу, нахуй, все как раз плохо. Не успел отпрыгнуть. Давайте просыпаемся. Дима, а, так, Димка, а что я тебя закадешил? Там же еще эту продавать хуйню. Да а что мне все равно не с ним ходить камерой? Я все равно на Джайна, наверное, потом присуму никакая, или что? Или нет? Суки зажимает. Да блять, что это за? Вот Сарю поддерживаю, да, Саня? Я даже не знаю, что у вас было. Да там желтые просто какахи. Димка, давай это. Того всего этого кыш-кыш. Ебать, я тебя прокликать умудрился. За шо? Я думал, ты меня хочешь под это, под крысь. А кстати, в таргет не обязательно брать, получается? Не знаю, я всегда в таргет беру. Я просто сейчас тебя не успел взять в таргет, но сбил. Дайте-ка проверить, на ком. Так, я чё, вы уже пуляете лича, да? Да, не обязательно. Наверное. Mm-hmm. Не обязательно. Да, уже понял. Столько пропал. Все. И на Джайне тоже, да, я не играю? На Джайне тоже не играю. Нет, на Джайне тебе надо будет заходить. Реально не надо. А чё с ГП решили? Я за пропу сниму всё ГП, нахуй. Вообще решили. А Мурлоку? Мурлоку? Я бы оставил. Мурлок можно оставить за бес. О, Херстон тоже сниму. Спасибо. Ты мог пойти, чё? Всё, поехали, я запустил. Неужели прибыли наконец? Крысюк. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быстро. Паша, что ты вообще с ней начал разбираться по поводу ГП? Нифига ж такого не было, и вот опять. Ты пройдешь через эти мучения. Мак, распроснись. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Это просто. Короче, Пеки сегодня везет, и остальным тоже, кто налутался на профи. А Мурлоку? Мурлок насосал. Мурлок от глыбы умер, от снаряда как. Ага. Пытался беса разбагнуть, Симакс свечил. Просто на другие.
РДД ушли. А, этот Иблан встал. Понимаю. Танк. Вайпаемся. Угу. Тупой, тупой даун, блять, на варе. Дайте диван, пожалуйста. Что случилось? Да ничего, этот аутист сдох, блять, и встал нахуй. Который? Который покупать должен был, блядь. Андрис, блядь, дай диван! Он моего пита убил, только что он сдох. Андрис, блядь! Есть диван. Что покупатели в Дискорд не приглашают никогда? Ну, блядь, чтобы встать... Нахуй, после того, как ты сдох, встать, знаешь, что ты встанешь за инстал, но это надо быть интеллектом, нахуй, просто. Уж он не вайпался никогда. Ему четко написали, сдыхаешь или... Как бы, если он дошел до целкогера, и он может в него зайти, он должен минимально... Тим, я не знаю, да. Может... Тогда он был чист. Убейте флот, Тим. В смысле анонсы босса, ты про что? Не знаю, Тим. У меня показывает все. Ты ДБМ выключил, может, Тимура, а?